Что, поздравляем? От всей души, молодцы. Буквально просто в классику. Поздравляем. Команду наших победителей во всероссийском чемпионате по автомогоборью среди юношей и девушек, который проходил с 22 по 26 апреля во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Всего было 40 команд, 160 участников. В основном это юноши и девушки от 14 до 17 лет. Необходимо сказать, что мы заняли первое место в общекомандном зачете. И помимо этого мы заняли еще первые 5 мест в личном зачете. Это впервые, начиная с 2004 года. Ну а вообще, начиная с 2005 года, наша команда всегда занимала первые места. Ребята соревновались в знаниях правил дорожного движения, в оказании первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях и, конечно же, фигурном вождении на автомобиле на специальных трассах. Необходимо сказать, что развитию юношеского движения в нашей республике уделяется огромное внимание. В первую очередь, это, конечно, благодаря поддержке президента и правительства республики. Благодаря таким ребятам, которые знают на отлично как теорию, так и практику, я уверен, что культуры на наших дорогах будет становиться с каждым годом все больше и больше. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто участвовал в подготовке нашей команды, ну и отдельную благодарность, конечно же, родителям, которые все вложили наших детей для нашей общей победы. Ура! С победой! Спасибо. Пришел в Диваш 12 лет, после этого сразу хотел первые места, но это не получалось, и мне все об этом говорили, говорят, то, что нужно трудиться. Прошло сколько? 6 соревнований, это уже были 7-е, мы к ним готовились 2 месяца, готовились медициной, ПДД учили и трассу. Когда мы пришли туда, у нас был 30 стартовый, я готовился к медицине, искал приложение, читал в интернете все о первой медицинской помощи, просто о первой помощи. Этап прошел хорошо, занял 2-е место, после этого был ПДД, на котором я занял 3-е место. После этого вождение. Для вождения я целое утро повторял трассу, чтобы ее не забыть. Машины были незнакомые, поэтому приходилось где-то притормаживать, где-то подгазовывать. Не знал габариты, пришлось ориентироваться по другим фигурам каким-то. Ну, любые соревнования требуют тщательной подготовки. Мы проходили через многие усилия, преодолевали барьеры свои, как... В общем, я немного теряюсь. Конечно, волнения присутствовали. Мне кажется, это в любом виде спорта они присутствуют. Но как мы сплотились с командой целой, и, в общем, нам удалось воплотить все свои мечты в реальность, и у нас получилось добиться победы. Самый тяжелый, мне кажется, для любого участника это является этапом вождения, фигурного маневрирования. Буквально за пару дней у нас изменилось пару моментов, но это не помешало нам занять первое место.